Ну вот мы вышли из храма. Идем сейчас на крещение. Воскресение Христово Великое. Вот идем крестным ходом на крещение. Это подходит, купили крещение, идут крестным ходом. Это, брат, а где это под хоругвой делают эти дырки? Я вон там сделал, но не знаю, правильно, неправильно. Да, вон он, возле этой разделки. Я вон там сделал, но не знаю, правильно, неправильно. Вот он. Не, вот раздел, вон там, деревянная. Правильно, наверное. Это где палки стоят? Да. Ну, да. Нет, надо под этот еще, под крест. И фонарь еще где-то сделать.
нечего. Ну, если кто-то с воды будет фотографировать. Надо палку развернуть. Вот здесь вот становитесь. Сюда идите. Вот. Да, а надо переодеваться. Сюда. Вон, вон, вон. Пока остальные. Так что крещаем, мы заходим в палатки, переодеваемся. Мужская палатка. Не поставим, а больше не ходим. Не садись. Они у меня на золотистской диете, чтобы еще бросить. Первый день. Добровольно пошли. Да, да, вот эту вот, все, шапочку давай сюда. Так, ну что ты это, переодевайся. Не знаю. Марина, не что, иди переодевайся. А мне Максиму вот это, когда встречать один, да? Ну, Господи, помилуй, десятка, решили, Господи, спасти меня. Кивки, кивки. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Он выйдет в мире спасения душ наших. Господу помолимся. Господи, помилуй. О мире живого мира, благостояние святых Божьей Церкви и соединение всех. Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской, правительке православных людей в Отечестве России, несущих о спасении. Господу помолимся. Господи, помилуй. По силу и действия наитим Святого Духа светилась вода сия. Господу помолимся. Господи, помилуй. Об очистительной действенной силы Божественной Троицы снизошла на эту воду. Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы через наитие Святого Духа просветиться нам светом Богопознания и благочестия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы послужила эта вода удаление всех козней видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы крещаемые в ней удостоились вечного царства, Господу помолимся. Господи, помилуй. Приступающих ныне ко святому крещению, спасению, Господу помолимся. Чтобы явиться им сыновями, дочерями света, наследниками вечного блаженства, Господу помолимся. Чтобы быть им участниками смерти Христа Бога нашей, общниками Его воскресения, Господу помолимся. Чтобы неоскверненными, непорочными сохраниться им, сохранить им одежду крещения, обручения со Святым Духом до страшного дня суда Христа Бога нашего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы эта вода явилась для них баню возрождения, для прощения грехов, одежду бессмертия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Чтобы избавиться крещаемым и нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пресную Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Андрей, не трогай ее, она спущена. Господу помолимся. Давай я. Что-то видишь. Давай, садись.
сюда. Не урони прибор, крепко держи. Подожди, он сейчас сядет. И у тебя фотоаппарата-то нету. Так, слушай, садись на фотоаппарат. Вот, гляди, как этот вообще... Вот это чтобы за что мне с тобой плыть? Да. Управлять, потому что она весла. Прямо было видно, когда они воду погружают. Голуби поедут. Не урони, сзади мешали. Подвигайся, блин. Сейчас я включу. Землю ты оградил песком море, и для дыхания живущих, тебе служат ангельские силы, тебе поклоняются соборы архангелов, ты окружен стоящими и летающими многочитыми херувимами, и шести крылатыми серафимами, и покрывающимися, и в страхе своей неприступной славой. И так ты, будучи неограниченным, безначальным, неизменным Богом, присел на землю и принял образ раба, сделавшись человеком, ибо ты... Милосердный владыка по своей милости не мог без сострадания видеть мучимый дьяволом человеческий род, поэтому пришел и спас нас, и так как ты искупил нас, все человечество осветив своим рождением девственное чрево, то мы исповедуем твою благодать, проповедуем милость, не скрываем твоих благодеяний, и все творения воспевают тебе, явившегося, ибо ты Бог нас, ты пришел на землю и сделал судьи, и ты... Пославшись с неба, святаго твоего духа, осветил иорданские воды и сокрушил голову излезящим змеев. Ты сам человек, любче царю, прииди, и ныне, святаго дух, освети воды сию. Ты сам человек, любче царю, прииди, и ныне, святаго твоего духа, освети воды сию. Ты сам человек, любче царю, прииди, и ныне, святаго твоего духа, освети воду сию. Даруй ей спасительную благодать, благословение Иордана. Сделай источником бессмертия даром освящения. Для прощения грехов и исцеления от болезни исполненной ангельским могуществом, недоступным для дьявольской силы, на гибель демонов, да исчезнут из нее вредящие твоему созданию. Призвал дивное, славное и страшное дьявол имя твое. Держать буду. Чтоб не крутило. Закрутило вас. Ближе давайте. Вода сразу поднялась. Ну не до такой степени. Не надо только больше никого сюда. Сейчас. Но погибнут под нами образа Христа то вся. Погибнут образом Христа то вся. Я сейчас буду воздержать. Тебе, Господи, да отступят от нас все воздушные скрытые призраки, да не появится в этой воде мрачный демон, и насадил скрещающимся лукавый дух, омрачающий разум и смущающий помысл. Но ты, владыка всех, яви эту воду водой избавления, водой освящения, очищения плоти и духа, освобождения от уст, прощения прегрешений, просвещения душ, бани возрождения, обновления духа, даром усыновления, одежды и нетления и источником жизни. Ибо ты сказал, Господи, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от душ ваших. И ты свыше даровал нам возрождение от воды и духа. И видь же, Господи, в этой воде, и дай природиться в ней крещаемым, чтобы они, сняв с себя ветхого человека, расслевающегося от польстительных похотей, облеклись нового, обновляемого по твоему создателю образу, чтобы они в крещении, сделавшись участниками твоей смерти, явились бы общниками твоего воскресения, чтобы, сохранив дар, Святаго Твой Духа и возрастив залог благодати, они приняли почесть небесного звания и присоединились к первенцам, написанным на небесах. У Тебя, Бога и Господа нашего Иисуса Христа, ибо Тебе принадлежит слава, власть, честь и поклонение вместе с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым Благимотворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. Благодарю Ваше. Господи, преклоните. Господи. Жень, не сопротивляться. И долго не сиди под водой.
что, ближе, да? Ближе? Ну, может, поближе, да. Поближе. Угу. Батюшка, вот в эту сторону их, вот сюда. Куда? Вот сюда, да. Да, да. Они будут шагать, и там глубоко. Один шаг. Шаг. О, вот так, да. Лицом туда, на храм, на восток смотрим. Крещается. Так. Еще ближе. Евгений? Крещается. Аще не крещен, крещается раб Божий Евгений во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Аминь. Поздравляем, брат. Аминь. Тихо, тихо, тихо. Так, проходите следующий. Последний шажок побольше делайте, чтобы попасть на площадку. Вот там. Александр? Аще не крещен, крещается раб Божий Александр во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Следующий. Игорь, да? Игорь. Аще не крещен, крещается раб Божий Игорь во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Ну, отроки. Давайте. Стой здесь. Когда я буду говорить, то не погружаюсь. Аще не крещен, крещается раб Божий Тимофей во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Присно, выйти, готов. Наконец-то искупался. Радуется. Вот это писание знает, парень. Вчера на занятии. Пару настройку. Нос можно закрыть? Не понял, что говоришь? Нос можно закрыть? Можно. Аще не крещен, крещается раб Божий Арсений во имя Отца. Куда? Коленки прижимай. Садимся сильнее. Сильнее прижимайся. Ну что ты так? Ну, Господи, помоги. Не бойся воды. Сами. Что ты? Что такое-то? Ну сильнее. Почему сильнее не присядь? Чтобы... Хорошо. Без всякого духа. Его глубже надо было сюда. Деревянный. Ветка такой. Куда это глубже? А это сам замерзнет. Давай. Ага. Так, помогти? Да. Да, не бойся, не бойся. Держи. Все. Только садимся, в воду погружаем. Ты же нырял, когда купался? Да. Все. А если не крещен, крещается. О, Боже, спасибо. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Максимка настоящий.
Меня чуть не утопил. Кинулся. Нормально. Молодец. Лидер растет. Настоящий. Кого тебе видеть? Из-за вас не видно людей. Знаешь? Нарок. Я скажу, хороший подорожник, да, говорит, повернись, шаги, подожди, не моргай. Марина, шаги вперед еще. Да-да-да. Консультация сколько? Ну просто невозможно. Куда смотрим на вас? Марина? Марина. Ты даешь. Отче некрещенный крещается Боже Марина. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Кришна, во веки веков. Аминь. Что тут, сколько чешуи. Так, еще маленько секс. Вот так. На храм туда вас можно? Нет, вон, вот. Храм, вон. Руку убери. Руки отпусти. Отпусти, не держись руками. Так, как твое имя? Анастасия. Анастасия, крещается раба Божия. Еще не крещена, крещается раба Божия Анастасия во имя Отца. Аминь. Хорошо, погружаемся. Тихо. И Сына. Аминь. Ну, что ты боишься? Ну, постой. Еще раз. Настя, ты что? Никак. Никак. И Святаго Духа. Не бойся воды. Аминь. И Христный во веки веков. Чего вы так боитесь святой воды, ребята? Давай ножички еще. Мы к ним запускаемся. Вот так. Имя ваше? Екатерина. Екатерина. Очень крещена, крещается раба Божия Екатерина. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. Хорошо. И Святаго Духа. Аминь. Имени Кресного Духа и Духов. Аминь. Поздравляем, Екатерина. Великолепно. Дети боятся воды. Крещена, крещается раба Божия Дарья во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. Отпусти. И Святаго Духа. Аминь. Во имя Крещения во веки веков. Аминь. Четырнадцать вроде крестится. Илария? Вот так никогда не смог поймать. Ащи не крещена, крещается раба Божия Илария во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Поплывок. А их сразу видно, кто так будет вести себя. Вон туда смотрим, на храм. Опускай руку, я приеду. Так, как? Марина. Марина, не держись, руки отпусти. Очень крещена, крещается раба Божия Марина во имя Отца. Аминь. И Сына.
Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Аминь. В этом году всех, и сестер, и детей, и братья, и молодые, и возрасты. Еще на ступенечку пониже спускаемся. Вот так. Руки сложим. Крещается раб, почти не крещена, крещается рабочая Екатерина. Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. И Крещен, веки, веков. Аминь. Ольга. Очень крещена, крещается раб Божий Ольга во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь. Песня во веки веков. Аминь. Погрузил, а то вот так. Удавлял, буквально выл. Что, все что ли? Все. Ты? Все. Все. Что, еще будете оттуда снимать? Да все, наверное, уже. Что, все? Да, ну, вы что? Только вот здесь мордушка не наступила. А я туда же пойду, мне зачем здесь? Я... Мордушка, вот она, по-моему, здесь. Вот мордушка. Знаешь, вот колобатюшки, приплывайте сюда. По мордушке я хожу. Там может за палки взять все будет. Потолкай его туда, палку. Там зона вылазит. Я же их держать буду. Прибыли. Давай потихоньку. Зайди, там кто еще есть? Сумка, все. Ложи на сумку. А где она? Кто еще есть? Это, наверное, есть место, есть. Брат, наверное, впервые, наверное, во время таинства, наверное, человек был в воде. Ты прямо участвовал во всем. Освещение воды. А я понял, что вы
ничего не сможете сделать. На веслах не удержаться, там же постоянно волны идут. Особенно когда воевал батюшка там. Давил пацанов. Одну девчонку. Есть место, есть. Господь чертов зовет. Я про это. Ну и нам тебя Володя, тоже плохо слышно. Ты отсюда снимай, чтобы солнце не попадало. Одна чернота. Да, снимай. Сколько я говорю. Ты береги. Кончится, когда не надо. Самый момент вот где-то. У меня еще 2 часа. Держитесь. Третий. Господь свет мой, спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Господь разрешение моей, спаситель мой, кого? Господь свет мой и спасение мое. Деяния святых апостолов, чтение, а послание святого апостола Павла к Римлянам, чтение. Премудрость. Вон я. Братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились. И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми лишь для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Мир тебе чтущему. И духове твоему. Премудрость против слышим святаго Евангелия. Мир всем! Духой твоему! Он Матфея, святаго Евангелия, чтение! Слава тебе, Господи! Вон мне! Во время он один из учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, увидев его, поклонились ему, и не усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча и соблюдать то, что я повелел вам, и сея с вами во все дни
до скончания века. Слава тебе, Господи! Помилуй нас, Божия повелица, милости Твоей молимся, услыши и помилуй. Милости, помилуй. Еще молимся о православном епископе Российской Церкви и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем. Полите в Орионе все во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И все молимся в многострадальной стране нашей российской, правителях и православных людей в Отечестве России несущих и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И все молимся о новопросвященных рабов Божиих Евгения, Игоря, Арсения, Александра, Максим, Тимофей, Марину, Екатерину, Анастасию, Ольгу, Иларию, Марину, Дарью, Екатерину. И о всех здесь предстоящих и молящихся сохраниться во все дни жизни их, вере, православное исповедание, во всяком благочестии, исповедание Христовых заповедей. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о явлении Божьей помощи, милости, мира, жизни, здравия, спасения, посещения, прощения, искупления грехов рабов Божиих, всем здесь предстоящим и молящимся, поеже всем даровайтесь душевного спасения и телесного здравия. Молимся тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, Боже наш, будь всегда милостивым и к новопросвященным Твоим рабом, и сохрани, спаси и прославь их Твоей божественной силой. И не оставь нас, надеющихся на Тебя, ибо Ты милостивый человек, и любивый Бог, и Тебе мы посылаем славу. Отцу и Сыну и Святому Духу, и во веки веков. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Только когда общее, больше не фотографируем, а больше святое. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и церковных апостолов и первогреховных апостолов Петра и Павла, их же и памятны не совершаем, и святых праведных Бог Отец, так и Иман и всех святых, помилуй Ты, спаси нас, яко благо человека любит. Подать, Господи, мирное житие, здравие во всем благое посвящение, но просвященным рабом Твоим и всем здесь предстоящим и молящимся, и сохрани их на многое лето. Поздравляйте все, пожелайте все, слово скажите кто-нибудь. Так, я небольшое пожелание им туда. Давай. Это все пришли через интернет, который называют некоторые люди, а что-то от сатаны. То есть это сатана научает в слепоте жить. Благодаря Тиму Бернерсу-Ли мы достигли концов Вселенной.
Ну, нынче как-то все ближе к России было. Самое главное, Дмитрий, что вы все были привлечены Богом, не человеком, через Слово Его. Для православия, чтобы опирались только на Святую Библию, это исключительно редко и почти отсутствует. Так что вы этот свет несите дальше. Кто бы что ни говорил, каким авторитетом ни обладал, во свете Библии рассматривайте. Потому что Господь говорит, буду судить по Слову Твоему. 12.48 Евангелия от Иоанна. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Вот на это настройтесь. И говорят, а какое самое главное качество? Одним словом выражается, смирение. Сатана все может делать, кроме смирения. Терпеть, говорит, не могу это слово. Даже не так сказали, не обсуждайте. Где-то что-то случилось, учитесь молчать. Вы знаете, как одна вот такая пришла домой, и у нее жизнь пошла сразу по-другому. Каждый день скандалы с мужем. Она умная. Я говорю, ты как считала? Да я всегда считала, что муж слабее меня. Она на кухне работает, а я с ней говорю. Я всегда считалась умнее, что его. А сейчас подравнялась с ним, как одна жила, ушел. Женился на другой. Не равняйся. А другой старец стал говорить, я тебя научу. Вот святая вода, как только муж начнет, в рот возьми и молчи, пока не перестанет. И уже через неделю пришла, говорит, вот вода святая. Замолк, говорит, и не слышно. Она не говорит, что она замолкла. Так что учитесь молчать. А вы, братья, не будьте подкаблучниками. Твердо держи. Ты должен привести ее. Откуда ты знаешь, не спасешь ее? Будет муж неверующий, приложи все силы. В обязательном порядке. Нам не ставлено, говорит. Но возможность есть. Вы многое слышали. Храни вас Господь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Так, берите эти. Хорошие, что берите, быстро сейчас идем. Так, сейчас так, общий маленький сбор будет в церкви. Приходите. Маленькое туда объявление для иногородних. Кому нужно свидетельство о крещении, пожалуйста, напишите свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес. И мне принесете, мы в 4 часа уезжаем, мы у батюшки в доме. Осветался. Христос. Ну все, идем, Поздравляйте, брат. Что, вагонный брат? Во Христе? Во Христе. Давай, брат, поздравляю тебя тоже. Спасибо, Христос тебе. Я думаю, что сейчас... Давай, тебя тоже. Поздравляю. Донеси до конца свои дни, что получилось. Надежда Александровна. Надежда Александровна. Марина. Помоги вам, Господи. Одежда. Они красивые. Помоги, Господи. Просим вас. Помоги. Не переживай. Все хорошо. Маленькая Христос умница. С нами. Помоги. Бойся отпасть от Бога. Что, палатки берем или что? А, это все под твой храм идите. Помоги. Матушка, вон! Матушка, давайте сюда, идите. Возвращается с пруда, с крещения. Радостная. Радостная, да. Кто-то радостный, кто-то с лицами серьезными вон идут. Надо это почистить это древко. Я там помыл, ну давай еще траве получше. Ну. Давай, к нам заходим, кто крещаем. Все, заходи, давай почистим. Крещаем и заходим в храм. Крещенные.
Аллилуйя, 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 аллилуйя
Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Яко не отринял меня си грешного, но всякими быть святым Твоих сподобил си. Благодарю Тебя, камень недостойного, причаститеся, причистых Твоих, и невестных даров сподобил си. Но, Владыка, человека любче, нас ради умерши воскресы, даровал нам страшные сия, и жертворящие таинства, во благодеяние освящения души и тел наших, дашь быть и сими мне восселение души же и тела, вогнание всякого сопротивного, и просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, в любовь и лицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоим теме сохраняем, Твою благодать поминаем всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так восегошь, жития ише, это надежда живота вечного, пресносущный достигнув покой, и где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы истинное желание неизреченное, веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Владыка Христе Божие, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благи, и о причащении причистых и жетворящих Твоих тайн. Молю бы Тебя, блаже человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не в крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего могу издыхания, достойно причащайся святым Твоим, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы и хлеб, животный, источник святыни, податель благи, и Тебе славу посылаем с Отцем и Святым Духом, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне, плоть Твою волю, огоньцы и опаля недостойные, да не опалишь меня, Содетелю мой, плати же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу сердце, попалите мне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состав утвердись, косми в куфе, чувств просвети простую пятилицу, всего мяса пригвози страху Твоему, пресно покри, соблюди же, сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти омыю, краси меня, одобри в разуме, просвети меня, покажи меня Твое селение Дедого Духа и не к тому селение греха, да я ко Твоего дому входом причащения, я к огням не бежит вся злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначальные же бесплодные, притечу Твоего премудрых апостолы, сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой. И Сыном Света содела Твоего служителя, Ты боись освящение, единых наших блажен души светло, и Тебе лепоподобное ко Богу, Владыце, и славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, кровь Твоя честная, в оставлении грехов, будешь же мне благодарение сею, радость, здравие, веселье, страшно же второе пришествие Твое, сподобие грешного, стать я тесную, славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Ты, святая Владычица Богородица, свети помраченной моей души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, кто исподобила имя Иси недостойного, причастника быть и причистого тела, и честные крови Сына Твоего. Но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшая, оживотвори меня, умершленного грехом. Я же милостивого Бога, любовь благоутробная мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление сокрушений в сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих. И сподоби мя до последнего издыхания, не осужденно при мати причистых тайн, освящение, во исцеление же души и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте, славите Тебя во все дни жизни моей, ибо Ты благословенная, препрославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицем всех людей,
свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должников нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, сила и слава, Царствие и Святого Духа, не пресвятое имя веков. Аминь. Господи, яко же светлость огня, воссиявшая благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища стиска, высоту нам смиренно мудрее показав, но Твоими словесы наказуя очи, а не златоустие, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся мучище поклоняйтесь в Троице единому Богу, и ани златоустие все блаженни преподобнее, достойно хвалим Тебя, и сила наставник Тебя божественная, и являя, и ныне пресная во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори яко блага на помощь наследа зовущих Ти. Устари на молитву и почися на умоление, предстательствующий пресно Богородицы, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресная во веки веков. Аминь. Чистейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови, Отче. Молитва на святых отец наш, Господи, слушайте, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Благословение Господне на вас, кого благодати человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Сейчас, батюшка, выйдет.
Снимаю, а сейчас так, внимание, все. Вот, вы сделали несколько слипов, не надо так внимание. Да как вы подбираете? Я говорю, да это не я, я не фотограф. Это я, потом я у него эти фотографии выкупил. Он в Новосибирске делал какой-то был там это у них, ну, как фестиваль или конкурс этих фотографов. И он занял первое место. А все наши фотографии были, которые он фотографировал здесь. Наши фотографии. Да, ну, вообще православие. Я могу вам даже показать сегодня. Где-то мы. Где? Так, попутно скажем, подожди маленько. Вот, далее. Вот. Понимаете, и он никогда не подождите, не моргайте, смотрите, что нет. Он ходил, фотографирует там, вот, все. И он был на последней выставке, брал первые премии на международной. Да. В Москве был и потерялся по сегодняшний день. Потерялся, видать, где-то фамилия. Александр Балабуев. Балабуев. Александр Павлович. Это он у нас фотографировал 30 лет. Это корреспондент. Говорили, это семейный фотограф. Первое место на международных конкурсах. Он мог улавливать, он, допустим, сфотографировал ребенка там 20 раз, а из этого уже выбирает потом где. Как у нее взгляд, какое выражение лица у нее это все. Интересно это. Мы порой, я стою, разговариваю, сестра Валентина и Нина Васильевна. Это сестра Надежды Васильевны. И он сделал фотографию такая. Я не думал, что фотографии все. Ой, какая фотография, как это. Игнатьев там подписал, что там, как-то, не знаю, это, беседует, батюшка с ними беседует. А мы просто разговаривали, сидели. Ну, действительно, очень... Это талант. Талант. Подбирать вот это. Ну, в Алтайском крае, там еще у нас есть один Каспришин, Андрей Николаевич. Два только было из культуры, которые лично награду получили от Путина. И он в том числе. Вот приезжает. Потом от РИА Новости был один Кряжев. Вот со всех сторон, где даже не ждешь, на раз такой снимок, я вот сам себя не узнаю. Если фотографию хотели посмотреть, я бы показал. На какое время? Пообедайте, может, после обеда? После прийти года. Сюда, и я покажу вам. Вы можете их потом пофотографировать. Если... У нас хороший фотограф есть по Теряевке. Она училась на это, но сегодня отказалась идти. Не знаю почему. Так, уходим на обед. Так, это сколько часов? Придете, нет? Так, а сколько сейчас время? Нет, только вечер. Время 20 до 12.